тряпки в лабиринте, только в этом видео! Привет, я повар-обезьяна. Если ты не хочешь, чтобы я съел тебя, поставь лайк и подпишись на канал за 3 секунды. 1, 2, 3. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Зомбак, и сегодня у нас опять будут новые прятки в огромнейших лабиринтах. Смотрите, какие гигантские лабиринты длинные позади меня. Они в форме радуги разных цветов, и в этих лабиринтах спрятались добрые и злые персонажи. Давайте не буду объяснять, я думаю, вы по ходу дела все поймете. Тут у нас разные вот такие персы, они все спрятались. Нам нужно добрых спасти, злых посадить в тюрьму. Погнали, ребяточки! Перед тем, как я зайду в первый лабиринт, попрошу каждого поставить лайк и подписаться. Только никому не рассказывайте, вы будете первые. Давайте, ребят, поставьте лайк и подпишитесь. Во, давайте наберем 500 000 подписчиков. Все, погнали, открываем винт и давайте посмотрим. Здесь нам нужно найти добрую Анжелу. Берем, наверное, с собой пушечки. О, ё-моё, ты не добрая Анжела. Кажется, ты злая Анжела XD. Ой-ой-ой-ой-ой. А ну, брысь. Так, отлично, идем. В смысле? Я пришел в тупик! Я пришел не туда, ребяточки. Я немножечко заблудился в лабиринтике. Так, ой, здесь еще и Бен Экзи. На тебе получу! Так, отлично, проходим. Давайте идем. И здесь у нас еще какой-то монстряга. На тебе, у тебя рога какие огромные, да? Так, отлично. Идем сюда. Нет, не здесь. Где наша Анжела? О, привет! О, привет, зомбак! Привет, привет! Так, отлично, давай заберем тебя с собой. И у меня есть вот такой вот телепортатор. И меня обратно телепортируют сюда. Так, отлично, закрываем первый лабиринтик. Анжелу отпускаем. Все, Анжела, мы тебя спасли. Ура, классно! Да, отлично, ребята. Первого персонажа спасли. Я вот здесь построил вот такие тюрьмы из бедроков, которые нам нужно будет посадить злых персонажей. Кстати, я вам персонажей-то не назвал, вы же не знаете, кто у нас здесь. Анжела, ребяточки, говорящая Анжела, да? Коричневый радужный друг, миньон. Давайте я вот сюда наверх залезу и покажу. Влад А4, белая тучка, синий радужный друг и мама длинные ноги. Вот такие прикольные будут персы. За Влада А4 я реально топлю, и за миньона я думаю, что будет интересно. Ну что, погнали, следующий оранжевый лабиринтик. Мы заходим сюда, здесь надо найти коричневого. Но пока что я пока только желтого нашел. Ай-яй-яй, ничего себе, он быстрый. Брысь от меня. Так, отлично, красненький. Здорово. Привет, красный. Здорово, здорово, я пришел тебя замутузить. Так, отлично, проходим дальше. И идем. А, розовый. Тихо. Ну-ка, давай, вот там и стой, понял? Там и стой. Так, как только мы найдем коричневого, его надо поймать себе в тюрьму. Так, вот он, отлично, ребят, не бьем его, ловим и телепортируемся. Отлично, коричневого мы поймали, он пытается вырваться, быстрее садим его в тюрьму. Все, ты, одноглазый чудовище, смотрите, у него как башка дергается. Ты че, не нравится, да, в тюрьме? Все, теперь ты пойман. Отлично. Второго мы нашли. Прятки удаются успешными. Следующий персонаж это миньончик. Ну что ж, отправляемся. До свидания. Отправляемся в желтый лабиринт, и нас сразу встречает миньон Экзи. С пылу с жару. Да ну давай. Иди сюда. Давай, Экзи-монстрик, получай. Откуда вы такие Экзи-монстры получаетесь вообще? Ребят, а напишите в комментариях, откуда вот такие монстры появляются? Кто их создает? Может, тут какая-то портальная пушка или какой-нибудь генератор монстров? Или спавнер вот таких вот чудовищ? Потому что они постоянно откуда-то новые появляются. Возможно, есть какой-то очень злой монстр, который их создает. Привет, миньон! О, привет! Здорово, здорово! Пойдем со мной! Давай вернемся мы с тобой обратно. На отлично, возвращаемся. И миньончика тоже освобождаем. Вот, можешь познакомиться с Анжелой. Можете там
встречаться начать, вы, может, понравитесь друг другу, короче. Хотя ты немножечко маленький и желтый, она вообще кошка вроде, да? Ну, ничего, мало ли, мало ли. Ну что ж, отправляемся в самый, наверное, прикольный лабиринтик Влада 4! Ребят, если вы любите ролики Влада А4, напишите в комментариях «Влад А4 крутой». Ну и лайк поставьте. Так я точно узнаю, что вы фанат Влада. Ух ты, а это Влад А4 XZ. Здорово. А, он со мной дерется, сразу первый напал. Ладно, сейчас мы мечом с ним. Ну а тебе, это XZ, ребята, Влад. Так, отлично, проходим. Проходим сюда, берем пушечку. А, Глент XZ, офигеть, какой ты страшный. Так, ну а тебе. Отлично, надо было его на самом деле, наверное, тоже в тюрьму посадить. О, это что за желтый цветочек? Здорово. Ты откуда смотался? Так, проходим, проходим. О, Влад, здорово! А, здорово, зомбак! Да, наконец-то ты меня нашел! Я уж тут устал ждать! Тут был где-то страшный Глент и Влад А4XZ! Да я их уже победил, не переживай! Пойдем со мной, выбираемся, друзья! Выбираемся обратно! Так, Влада мы тоже спасли, можем закрыть его лабиринтик и отправляемся дальше. Впереди еще три интереснейших лабиринта, я думаю, что самое классное у нас впереди. Ну что ж, а мы отправляемся в лабиринт голубого цвета к белой тучке. Ну что ж, погнали! У меня немножечко заканчиваются патроны, я, кстати, могу взять какой-нибудь снайперку или пулемет. Ну-ка, давайте попробуем вот с такой снайперкой поиграть. Опа, тучка XZ. Здорово, тучка XZ, получи-ка. Там не твой лабиринт, ты куда пошел? Так, отлично. Надо перезарядить пушечки. Перезаряжаем и отправляемся дальше. Здесь тут кто-то есть и там кто-то есть. Окей, здрасте, вы кто такой? Что за программист? У вас какие-то цифры, однерки, нули. Ты кто такой? На тебе, получай. А, ТНТ-монстр! Ребята, он сейчас взорвется. Надо, отлично, мы его победили. Фух, проходим, проходим, проходим. И здесь у нас... О, белая тучка! А, привет! Привет, привет, тучка! Давай мы тебя с собой заберем и, наверное, уже можем телепортнуться обратно. Так, отлично, телепортация прошла. Ставим тучечку сюда, к нашим друзьям-ребяточкам. И отправляемся дальше. У нас осталось два злых персонажа. Это два монстра. Синий радужный друг и мама длинные ноги. Для них я подготовил особые камеры. Ну что ж, побежали! Итак, синий друзья... Розовый, ты опять вернулся? Да привет. На тебе, получи-ка. Получи, радужный друг. А мне куда идти? Сюда? Так, а здесь у нас тупик. Нет, нам не сюда. Нам, наверное, с этой стороны. Погнали, погнали. Проходим. Зеленый с какими длиннющими лапищами, да? Смотри, здорово, зеленый. У него реально лапы прям такие огромные. Так, здесь нас еще красный встречает. Сейчас мы его замутузим. Так, перезаряжаем пушечку. Идем, идем, идем. Здесь опять тупик. Так, проходим, проходим, проходим. Синий, вот он огромный. Смотрите, какая слюна стекает. Так, давайте мы его поймаем. Отлично. И пэнкс, телепортируемся обратно. Так, синий очень большой. Я, наверное, посажу его вот сюда. Вот, отлично. Потому что он огромный. Еще смотается с этой тюрьмы. Понял, да? Ой-ой-ой, он слишком страшный. Ну что ж, а нас остался последний. Лабиринты и прятки в нем совершает у нас мама длинные ноги. Где-то она там спряталась. Погнали, ребяточки, найдем ее. Так, здесь у нас папа длинные ноги. Ты что-то худой стал. Смотри, какой вообще стал очень сильно худой дрищ. Ну ничего, сейчас мы тебя победим. Так, проходим, проходим, друзья. Берем, наверное, с собой пушечку. Ух ты! У вас сынули и тот побольше. Смотрите, какой сынули желтый, огромный. А папа длинные ноги, очень худой. Вон какая мама у них. Ой, что я ее бью, надо ее поймать. Отлично, поймали. Возвращаемся обратно, ребяточки. И садим маму длинные ноги. Блин, она тоже огромная. Может нам поменять их местами? Ладно, давайте попробуем поменять местами. Оп, иди сюда. Я тебя поймаю. Как его поймать? А, я до него не дотягиваюсь. Ладно. Посадим просто куда-нибудь сюда. Надеюсь, ты отсюда не смотаешься, поняла? Все, ребяточки,
мы закончили, лабиринтики посмотрели. Вот у нас все добрые персонажи, которого мы спасли. Влад А4, Миньон, Тучка и Анжела. И вот три злых персонажа, коричневые, мам, длинные ноги и синий. Всех посмотрели, ребяточки, телепортируемся. Всем спасибо за просмотр, не забудьте поставить лайк и подпишитесь на мой канал, смотрите другие мои ролики. С вами был Зомбак, всем удачи, пока-пока! И снова привет! Нажимай на эти видео, иначе я приду к тебе ночью.